мяч. Все-таки разыграли. А ведь работали подачи. И они работают сейчас, 1-1. Это гол со стандарта забивает ЦСКА Мусаев. Да что ж за машину голевую они взяли? Миллионов 30 рублей потратили. Никто, ну мало кто верил в том, что, не то, что забивать будет, а вообще в основе будет играть. Так много времени игрового получит, а он забивает.